Я защищал бы либеральные ценности, мне лично они ближе, моему типу личности. Я думаю, что традиция — это здорово, но жизнь идет, мы меняемся, все меняется. И традиции тоже, мне кажется, должны как-то видоизменяться. Опять же, я говорю не про все традиции. Например, традиция монархии мне очень нравится. Елизавета II и вся их монаршая семья. Очень жалко, что у нас нет монархии в нашей стране. Я думаю, что это от традиции к традиции. Есть традиции, которые должны меняться. Есть, конечно же, как базы должны оставаться. Но я, тем не менее, за либеральные ценности. Я не люблю, когда кто-то что-то запрещает и ограничивает волю другого человека. Совершенно неважно, как он это аргументирует. Традиции, ценности, не ценности — это в любом случае ограничение воли. Ну вот традиционные семейные, например, ценности, вот в данном контексте, как думаешь, это та база, которую стоит отставить, или ну, вот Америка по-другому, например, решила? А что значит база, которую нужно оставить или не оставить? Не мы выбираем это, не мы решаем. Какие там... Как раз мы решаем, вот мы с тобой решаем. Что мы решаем? Ну, ты можешь запретить людям, которые, допустим, однополый брак хотят сделать, жить вместе, ты можешь запретить или как ценности эти? Просто не понимаю вопроса. Ну, в обществе. Мы с тобой часть общества. Вот это же общество все решает. Я могу ответить про себя. Осуждаю ли я это? Ни в коем случае не осуждаю. Поддерживаю? Мне совершенно все равно. Я поддерживаю только одну мысль, в том, что каждый человек свободен в своих действиях, в своих взглядах, в чем бы то ни было. И запрещать ему что-либо делать просто глупо, потому что этот запрет, он улетит в воздух. Человек все равно будет делать так, как он хочет. Поэтому мне кажется, что стоит сосредоточиться на других вещах.